Всем привет! Мы в Архызе. Буквально через два дня стартует Кубок России. Сегодня первый тренировочный день. У нас четвертый спуск. Завтра квалификация, послезавтра финал. Уже на самом деле конец дня. Сейчас поедем аккуратненько, снимем обзор трассы. Впереди поедет Саня Абуховский и Андрюха Джибраил. Уже немножко раскатались. Можно трасса... селфи сделать, Иван? Антонио, конечно, Антонио, конечно. Ты знаешь, как меня зовут? Антоху брать с собой не будем, он все шутки шутит. И сейчас у нас будет трасса, которая называется Вайра. Она была, по-моему, кубковая в 2016 году, до этого здесь была гонка. В общем, скоростная, быстрая, с перепадом, точно не помню, от 700 до 800 метров. Очень-очень большой перепад и проезд порядка 5 минут. Ну что, кто из вас первый? Андрюх первый. Ты второй, я за тобой. Надеюсь, будет не так пыльно. Но погнали. Стартанули. Берем левую траекторию, но довольно пыльно, кстати. Хорошо, ребята, подрезались. Я по внешней. Держу расстояние на всякий случай. Здесь ходовая прямая. Большое спасибо ребятам, участникам, которые вчера весь день чистили трассу от камней. Сейчас здесь очень приятно. Я опять по внешней. Здесь было прям каменные гряды. Ух, вылезают камушки. Здесь тоже на внешнюю. Сразу же догнал, здесь я ухожу правее. Тут все примерно одинаковая траектория. На внешнюю уходит трасса, как я говорил, ходовая. И пыльная, как видите. Уже подразбивается, хотя сегодня первый тренировочный день. Участников, наверное, порядка 60-70 человек. И как я делал, наверное, на сегодняшний момент, на данный момент 3-4 спуска. Эта трасса построена в 2015 году. И после этого, честно говоря, она не особо восстанавливалась. Сегодня, ух ты, камень как летел прям под колесо. Бежим в зону, которая называется Рояль. Запрыгиваем. Ох. За нами кто-то еще держится. Судя по тому, кто там был на старте, наверное, это Макс. Так, здесь мы берем среднюю траекторию. Упираемся. Я чуть пошире возьму. Так, здесь серия поворотов. В этот момент уже руки начинают постепенно давать себе знать. Прыгну повыше. Здесь еще без ступень очень сильно ужимает. Внутри. Еще внутри. Прыжок в корне. И начинается самурайская прямая. Буковый лес. Большие хода. Здесь важно отдохнуть, установить руки. Дальше будет опять каменная секция. Очень большая скорость. Наверное, около 60. У меня 11-й мини. И я, честно говоря, не могу найти функцию записи скорости. И как же она вообще здесь есть. Здесь прыгнем немного. Хороший темп. Ребята держат. Здесь лучше ездить на новой резине, на этой трассе. Правый. Плоский. Немножко спал, упал темп. Мы стараемся искать упоры. На большой скорости можно обязательно во что-то упираться. Заезжаем в каменный бамп-трек. Я по внутренней. Ух, чуть не ушел. Сейчас выгоню, ребят. Накосячил я на выезде. Так что это быстрее траектория. Медленный кусок, но очень сложный для рук. Здесь
Сражусь по камню. Сложно комментировать. Очень динамичная и длинная трасса. По внешней. Здесь поджимаемся повыше. Грязь. Накосячил. Будем догонять. Догнали. Уже приезжаем к финишной прямой постепенно. Саня очень хорошо едет. Видно, что поджимает жибрика. Жибрик, походу, подустал мальца. Темп упал. Давай, Андрюха! Давай! А ты набрал, он пробитым едет. Андрюха пробился. Тогда все ясно. Красава! Респект! Все, мы на финише. Андрюха, красавчик! Вообще! Хорош! Ну, я говорил, что да, Макс, походу, едет за нами. Потому что держал хороший темп. Я когда чуть не влетел, свернул седло. В общем, вот такая очень быстрая трасса. Сложная, динамичная. И все еще одна из моих любимых трасс, которая здесь есть. Все, как руки. Всем спасибо.